Очень часто так бывает, что суперзлодеи и супергерои по тем или иным причинам меняют свои стороны, кто-то аж по несколько раз. В сегодняшнем выпуске я собрал для вас топ-10 персонажей, которые переметнулись с темной стороны на светлую. И начнем мы с Ванды и Пьетро Максимов, которые, желая отомстить Тони Старку за смерть родителей, присоединились к Альтрону, пообещавшему им убить Старка. Однако в итоге они разочаровались в методах Альтрона, который решил полностью уничтожить человечество и перешли на сторону Мстителей. К сожалению, Пьетро недолго был супергероем, так как был убит Альтроном, а вот Ванда присоединилась к новому составу Защитников Земли. На 9-м месте Небула, который вместе с Гаморой воспитывалась у Таноса и Ронана. Их хотели сделать высококвалифицированными убийцами, поэтому всячески поощряли в них дух соперничества, и девушки все время враждовали. Небула жаждала убить превосходящую ее сестру, которая изначально была против Таноса и его амбиций. Однако после схватки на планете Эго сестры заключили перемирие, а в битве против Целестила Небула окончательно примкнула к Стражам Галактики. На 8-м месте коварный брат Тора, Локи. Свой путь в киновселенной Марвел Локи начал как очень умный злодей, став главным антагонистом первого фильма о Мстителях. Однако в последующих проектах Марвел постепенно брат Тора стал осваиваться в роли положительного персонажа, периодически совершая героические поступки. Даже свою смерть Локи принял в попытке уничтожить самое главное зло вселенной — Таноса. Равно тебе не быть богом. Кто бы мог подумать, что хоть когда-нибудь безбашенная красотка Харли Квинн переквалифицируется из заядлой злодейки в настоящую супергероиню. Однако так было и задумано в расширенной вселенной DC. Харли не только разошлась с самым дерзким злодеем Джокером, но и дважды участвовала в спасении мира. В последнем фильме «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» она лично побеждает гигантского Старро, эффектно в прыжке проткнув его огромный глаз. 7-е место. На 6-м месте Гарри Осборн, который заменил своего отца, став новым зеленым гоблином в фильме «Человек-паук 3. Враг в отражении». Виня в смерти своего отца Человека-паука, Гарри не отказался от мести даже после того, как узнал, что под маской супергероя скрывается его лучший друг Питер. Однако узнав от дворецкого семьи про истинную смерть Нормана Осборна, после некоторых колебаний Гарри все же приходит на помощь другу, победив песочного человека. А затем и вовсе жертвует собой, спасая жизнь Питера. На 5-м месте еще один враг паучка, песочный человек, который в итоге осознал, что не хочет быть больше злодеем и рассказал Паркеру правду про его дядю, после чего Питер простил Марка. Тогда Флинт улетел в неизвестном направлении, однако в фильме «Человек-паук. Нет пути домой» из-за магии Доктора Стрэнджа песочный человек попадает в другую реальность, где сразу же приходит на помощь местному Человеку-пауку. Но с правильного пути его сбивает зеленый гоблин. На 4-м месте Мистик, которая в первых фильмах о Людях X в исполнении Ребекки Ромейн соответствовала комиксам и была заядлой злодейкой, находясь в братстве мутантов под предводительством Магнета. Однако в новых частях вселенной Люди X героиня уже в исполнении Дженнифер Лоуренс оказывается сражающейся на стороне добра. Thank you.
На третьем месте один из самых сильных мутантов – Магнето. Потеряв семью из-за ненависти людей к мутантам, он решил бороться всевозможными способами за права всех мутантов на Земле, считая их высшей расой. Как в комиксах, так и в фильмах, в отличие от Профессора X, Магнето не верил, что люди и мутанты способны сосуществовать. Однако он неоднократно менял свои взгляды, переходя то на одну, то на другую сторону. На втором месте Зимний солдат. Баки Барнс стал одним из лучших безжалостных убийц Гидры не по своей воле. Поэтому, когда после встречи со своим лучшим другом Стивом Роджерсом его память стала восстанавливаться, Баки начал осознавать все содеянное. После финальной битвы в фильме «Первый мститель. Другая война» Баки начинает сомневаться в себе и в итоге спасает отказавшегося драться Стива от смерти в воде, после чего его память частично восстанавливается, и он в будущем присоединяется к Мстителям. Ну и на первом месте один из самых грозных врагов Человека-паука Веном. Это настоящая машина для убийств, постоянно откусывающая головы людям, которая по канонам всегда была типичным злодеем. Именно поэтому его переход в антигероя был настолько интересным. Последняя версия Эдди Брока в исполнении Тома Харди в паре с Клинтарсом теперь использует свои возможности на благо человечества. И сейчас Веном один из самых популярных жестких супергероев, который теперь попал и в киновселенную Марвел. Принято! Oh, my God.